Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шит, и добро пожаловать в игру SAMP GTA San Andreas Multiplayer. Сегодня мы играем с вами на сервере Advance RP. Да, Advance RP. Мы сейчас находимся прямо возле мэри. Я думаю, короче, чем бы мне вообще заняться? Слишком долго не было времени видео, я качался, накачался там 5 уровень, взял счет себе в банке, заработал какое-то количество денег. Вот у меня тут сейчас 12 штук наличкой лежит. Эй, я думаю, что мне этого мало, я хочу заработать себе на дом, на машину. И, блин, мне нужно что-то посерьезнее. Потому что я был и разносчиком пиццы, ну там, водителем автобуса, короче, разносчиком всяких продуктов и так далее. Я думаю, что можно сейчас на 5 уровне взять какую-нибудь новую работу. Вот сейчас мы прямо в мэрии и посмотрим, что у нас есть с нашим 5 уровнем. Так, на 2-м вот водитель автобуса, таксист, разносчик продуктов, бла-бла-бла. Короче, на 5-м можно взять автомеханика. Дальше у нас будет 6-й, это уличный торговец, потом пожарный и пилот. Прикольно, пилотом, кстати, вообще, наверное, годно. Но для пилота, наверное, нужно какое-нибудь летное удостоверение, что там духи. Так что возьмем давайте с вами автомеханика. Автомеханик на 5-м уровне. Так, отлично. Чтобы начать работу, найдите служебный транспорт в вашем городе, используйте GPS при необходимости. Команды get fuel заправить топливо, fuel заправить транспорт, repair починить транспорт. Ага, get fuel закупить топливо, fuel заправить, repair починить. Классно. Автопарк. Нам нужен автопарк. Стоянка автомехаников. Мы сейчас находимся с вами в Лос-Сантосе, поэтому в Лос-Сантос автомеханики. Давайте посмотрим. По-моему, там сверху, да? Да, вот это вот место я знаю. Я знаю, куда это ехать. Ладно, ну-ка. Никого из таксистов нет. Вон, чувак на машине. Чувак на машине. Так, о, чувак сигналит, Егор сигналит. Ну давайте сядем к Егору. Не могу. До стоянки автомехаников. Пару кварталов. Окей. 1К. 1К за пару кварталов. Да ты с ума сошел, парень. Офигеть. Ага, деньги. Смотрите, выкинул меня из машины и говорит, дай денег. Окей. Так. Пей. 453. Ладно, на тебе 1000. Окей. На. Косарь, на косарь меня развел. А? Вы посмотрите. Спасибо, да. Открыл дверь, хоть не обманул. Людям тут можно доверять. Ха. За косарь, охренеть. Ну, ладно, зато на частном транспорте и с ветерком. Вот будет у меня своя машина. Вау-вау-вау. У него что, нитр стоит? Нифига себе, он как он пердит. Гляньте, слышите звук просто? Давай, едь. Сверху накинь. Да ты, да, косарь и так много, парень. Да обалдел просто. Что за обдираловка? Ты меня обманываешь. В ПД работаешь? Что за ПД? Там такая зарплата? У меня пока мало денег. Не заработал. Еще 276 есть. Вот так вот скажу. Ха-ха. Обману его. А то гляньте, накинь, накинь. Ха, смотрите, давай. Офигеть, а? Ладно, окей, чувак. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Допустим, давай 200. На тебе 200. Все. Мои последние 200 долларов. Да, я тебе сотню за ремонт дам. Заметано. Вы посмотрите, а какой интересный персонаж. Сейчас, если еще будет просить, просто я уже нахер его пошлю. Давай. Давай, 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 вези меня. Вообще, куда мы едем? А, все нормально. Он меня решил, короче, таким окольным маршрутом повести. О, шикарно, шикарно, шикарно. Так. Ну-ка, выходим. Так, сели в машинку. Е-е-е. Репэйр 453. Ага, и стоимость. Окей. Репэйр 453, 145. Да. Давайте, Егор Синяков, сделать ремонт транспорта за 145 долларов. Предлагаю. Окей. Шикарно. Удачи тебе. Так, все. Мы теперь озолотились. Такс. Ну, а теперь давайте затарим топливо, не знаю, чисто по фану. Спасибо и тебе в заработке. Спасибо. Джентльмен вызывает автомеханика. Принять вызов Ту-171. Окей, Ту-171. Такс. Предложение отмечено на карте красной точкой. Ну что ж, погнали, друзья. Поедем к этому парню. Автомеханик ему нужен. У нас тут шедовозка на связи. Где он там находится? Ага, он находится здесь. Так, нам, наверное, лучше было повернуть направо. Давайте-ка вот сюда, вот в эту сторону направо. Проедем под мостом, а потом налево. Я еду, я сбиваю столбы, но я еду из последних сил. Так,
Даже не знаю вообще, в какую фракцию вступить, друзья, потому что на пятом уровне, короче, можно уже начинать вступать во фракции. У нас есть охрана президента, точнее, президентская, есть там что-то еще, есть армия, есть военная, есть МВД, и есть вот такие вот всякие штуки. Так, вот приехали. Я вот думаю, может быть, попробовать себя в военном деле. Так, кого подкинуть? Кого починить? Кого починить? Ребята? Ребзя, кого починить? Ту-ту, друзья. Ту-ту. Ту-ту. Ну что ж, здесь никого не нужно починить. Ладно, поехали дальше. Найдем еще кого-нибудь. Егор опять, опять Егор Синяков. Ладно, ребятки, давайте поедем, короче, куда-нибудь подальше. Посмотрим, где тусит народ. Где можно еще кого-нибудь подбить и починить потом. О! Сорян, чувак. Я не хотел. Ладно, машину у меня в этом гетто угнали. В пустынном гетто, мать его, за ногу. Нет, ребят, так дело не пойдет. Я пытался работать нормально. Вон, чувак промчался, а? Хитрец. Я пытался работать нормально. Я пытался добраться нормально до места, где я буду работать. И, блин, я потратил почти 1,5 косаря. Это офигеть. И заработал 145. Об него же. Я чувствую себя обманутым. Так, давайте куриный обед купим за 180 долларов. И давайте его съедим. Что там как? Ит, да, нужно. А, ит. Все. Ам-ном-ном. Я, блин, я не до конца восстановил здоровье. Ну да ладно. Поехали посмотрим, что там вообще у банд как дела. Так, нам нужно. Так, GPS. Придется, блин, запариваться, реально вот так вот ездить, собирать что-то. Автомеханикам предлагать свои услуги, это жестко. Таксистам быть проще. Это я вот говорю вам абсолютно точно. Так, ладно, базы банд мафии. Давайте вот Рифа я знаю, она вроде бы в Лос-Сантосе. Так, Рифа. Пара-па-па-па-па-па-па-па. Да, вот здесь вот находится Рифа. Окей, ребят, пойду я кого-нибудь найду, разведу на дорогу к Рифе, и мы с вами там уже продолжим. Так, ребята, тут кто-нибудь есть, эй, мафия, банда. Воу, чуваки, йоу, нига, нига, what's up, guys? Так, это на паузе, надо найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. Hey. Эй, братва, как жизнь? Как житуха? У него белый ник, мне кажется, он не из койотов. Эй, банда, как жизнь? Hola, amigo. Ах ты, зараза! Ты, хер, я хочу быть с вами, чуваки. А то бомжи офигели. На, пошел отсюда. Пошел отсюда, кусок дегенерата. Пошел отсюда, я в банде, понял? Да, мать твою. А что-то он вообще там, гляньте, дерзкий, глянь. Пошел отсюда, а, мать твою загашу. Давай подходи, ну. Бомжа несчастная, поскакал отсюда. Поскакал быстро, вот так. Ха-ха, пусть живет. Это ваш маленький клоун. Че, парень, что хотел, рассказывай. Хочу быть в вашей банде. Обычная работа не тащит. Нужны большие деньги. Ага, ну хорошо, давай посмотрим, на что ты способен. Ну давай посмотрим, на что ты годишься. Ну давай. Так, слушай, дай пару обоим. Тише. Бир. Лол, они забавные. Эти мафиози достаточно прикольные чуваки. Ладно, сейчас нужно втереться. У тебя есть? У нас иногда легавые ошиваются. Ага, понятно. Ствола нет. Ну-ка. Блин, на койот бегает все еще, пишет там, я ламповый няш, я ламповый тян. Наркоман, а. Передал пистолет человеку напротив. Так, окей. Я выкупил оружие за 1 бакс. Поехали со мной. Погнали. Так, ладно, ну поехали поговорим. Сам откуда? Из Нью-Джерси. Там жизнь тяжелая. Приехал сюда погреться. А, нет, на самом деле. Давайте отыгрываем. Отыгрываем ролевуху. Слушай, я в детстве там жил. В каком районе? Не об этом. Хорошо, парень.
Так, даже ранее хорошо, давайте будем четкими, я понимаю. Сейчас о тебе, а не обо мне. У меня куча врагов. Вообще босс мафии, как это, гляньте. Я тебе сразу скажу, у нас семья не из лучших. Так, ты это первому встречному говоришь? Опасно. Как говорится, в семье не без уродов. Хорошо, давай посмотрим, как ты обращаешься с оружием. Блин, это прикольно, любопытно, реально. Реально меня принимают в мафию, в боевое крещение. А, Groove Street, окей. Ну давай. Такс, выходим. О, там кто-то еще подъехал, да? Ну что ж. Ну давай жги. А, давай жги, ну хорошо. Начнем с этого. Пум. Хо-хо. Какая отдача у этого пистолетика. Туш. Понятно. Поехали. Улыбается. Лол. И он чувствует, что я его обманываю. Ветер слишком сильный. Сбивает пули с траектории. Мутная какая-то, да и ветер. Лол. Хорошо. Давай дальше. Есть такое. Ай, боже, этот ролеплей меня так забавляет. Так, короче. План у меня такой, я вступаю в мафию, внедряюсь в их ряды, зарабатываю с помощью них деньги, хорошие деньги, покупаю себе дом и сваливаю. Пау! И машину. Знаю место. Ну-ка. Какое? Ага. Чё-то мне кажется, это опасное место. Чё-то меня тут загасить могут. Тут не опасно? У нас вся жизнь в опасности. Да, еще бы, ребят. А за это не волнуйся. Что мне подстрелить, чувак? Да что хочешь. Ну, тут нечего подстреливать, лампа есть. Давай лампу. Побоу, побоу, побоу. Подоу, подоу. Подоу. Нормально? В детстве я мог пробить птице глаз с 50 метров. Не косишь, нормально так. Улыбается. Окей. Детство было суровым. Отлично, бро. Так, хотя давайте не будем перебивать. Так, спрашивает, возьмем. Думаю, полезным будем. Берем. Отлично, бро, вместе мы будем великие дела. Погнали на район. Не спеши. В смысле, блин, не спеши, чувак? Я вот с тобой уже полчаса распинаюсь. Давай, принимай, задолбал меня уже. Я уже и пострелял, и все что угодно сделал. Че не спеши-то, а? Что тебя вообще привело к нам? Давай, нужны большие деньги. А, нет, стоп, это мое истинное намерение. Нужно говорить по-другому. А, хочу быть с вами, потому что вы банда, и у вас брат. Ну там, амиго за амиго, амиго за амиго, и так далее. За основу взято все дела. Это мой стиль жизни. Ха-ха-ха. Что ж, возьми майку для себя из багажника и бандану. Окей, давай. Ага, так. Хорошо, ладно, он достал и передал майку и бандану. Ты кому ее передал-то? Предлагает выступить в организацию Зерифа. Окей, вот что он имел в виду, банду. Взять бандану из багажника. Я принял ваше приглашение в банду. Оу, е, добро пожаловать в семью, брат. Еее, спасибо, брат. Вместе мы будем вершить великие дела. Гляньте, забавно, я, короче, сажусь на место самого главного чувака в тачке. Он типа мой личный водитель, а я такой. Погнали. Погнали, чувак. Давай. Такс. И он мой личный водитель и везет меня к себе на базу. Молодец, чувак. Так, хорошо, мы сейчас в банде. Рассказываю вам свой хитрый план. Мы сейчас в банде, будем зарабатывать бабло. Будем зарабатывать бабло, купим себе дом, машину и свалим из банды. Опа, как в жизни, да? Всякие опасные дела и все такое. Ну чё? Ладно, где там у тебя оружие в багажнике? Давай, открывай. Боже. Давай, чувак. Забавно, что он так, типа, реально отыгрывает. То есть открывает багажник, берет из него вещи. Взял из багажника Desert Eagle. Как он берет из багажника вещи? Вроде нельзя брать вещи из багажника. Ну, ладно, окей. Так, Desert Eagle. Ну, я купил за $1 у него оружие. Так, спасибо, брат. Нет, не Юрат, брат. Поехали. Нормально, музончик. Так, ладно, меня ютубчик забанит, если он будет долго играть, поэтому выключим его пока. Так, ну чё, поехали. Давай. Привет, фастом, захлопнем багажник. Ну, нас четверо. Нас четверо, и мы такие врум-врум-врум, мазафакер. О, фак! Лол,
не нажал Enter. Дебидил. Лол. Я поссорился просто пипец люто. Господи. Так, давайте старая привычка. При упоминании балассов я выпрыгиваю. Выпрыгиваю из машины и иду убивать. Я настолько их ненавижу. Я настолько их ненавижу. Отлично выкрутился. Черт возьми. Жесть. Так, ладно. Надеюсь, они поверили. Ну, вроде не останавливается. Значит, он либо угорает, либо верит мне. Блин, вообще. Слушайте, я ни разу не отыгрывал прямо в сампе вот эти вот ролевые все темы. То есть, знаете, когда играешь с кем-то, просто упарываешься, ну, с друзьями, а когда играешь один, то реально можно вот так вот отыграть. Видимо, их нет уже на улице, боятся. Трусливые шакалы. Так, это вот вокзал. О, да, мы вообще, ребят, поднялись достаточно высоко. То есть были просто бомжом, ходили по шахтам. А сейчас мы в банде. Сделал УЗИшку, ух ты. Ну это не УЗИшка, точнее, это МП-320, по-моему, так называется. Просматривают свои навыки владения оружием. Блин, я ж вообще не могу оружием владеть. Ну ладно, давай в машину. Ну чё, погнали. Опустил все стекла на стеклоподъемники. Блин, как это сделать? Как это сделать? Как опустить стекла на стеклоподъемники? Аж нажал. Окей. Мэтти Конахи мне помогает. Блин, спасибо, чувак. Кстати, а почему ты знаешь, как меня зовут? Меня что, узнали, что ли, здесь? Так, банда грубов. На-на-на-на-на-на-на-на-на! Тоже мне бандюганы, а? Лежать, ублюдок! Оу, е, две звезды! Да мы добили же его. Чё, куда? Куда стреляешь? Ну а тут тачки стоят, их надо тоже все подбить. Уровень розыска 2 из 2. Убийство с транспорта запрещено. Серый close the connection. Итак, ребят, ну мы вернулись на базу. Ребята поехали по своим бандитским делам. Ну а мы с вами на этом давайте попрощаемся. Что будем делать дальше, можете написать в комментарии. Может быть, самые интересные варианты я возьму. Но у меня уже есть свой целый список действий, планов, которые мы с вами будем реализовывать. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, Instagram и на мой Good Game. Там мы проводим всякие стримы. А на этом все, друзья. С вами был Шет, всем удачи и всем пока!